Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. В Посегово из аварийного жилья переедут 56 человек. Они проживают в 23 помещениях общей площадью почти 1000 квадратных метров. На переселение выделено 22 миллиона 200 тысяч рублей. Из них 17,6 миллионов рублей – это средства фонда содействия реформированию ЖКХ, а чуть более 4,5 миллионов рублей – средства областного бюджета, сообщает пресс-центр регионального правительства. Специалисты Департамента строительства и архитектуры осмотрели трехэтажный многоквартирный дом, в котором приобретены квартиры для переселения, и побеседовали с гражданами. В итоге нарушений работы не выявлено, мероприятия программы завершаются. Дайджест недвижимости. Новое Сергеево. Загородное жилье с городским комфортом. Жилой комплекс находится недалеко от Старого моста, напротив заправки «Лукойл». На автомобиле до центра города можно добраться за несколько минут. Жилой комплекс состоит из таунхаусов, двух- и трехэтажных домов на несколько квартир. Сейчас к жилому комплексу подводят коммуникации, рассказала директор риэлторской инвестиционной компании, являющейся отделом продаж, Елена Князева. Хотелось бы акцентировать, опять же, внимание на том, что коммуникации всего коттеджного поселка будут являться центральными. То есть это будет в каждой квартире индивидуальный газовый котел, это будет центральная канализация водоснабжения, то есть никаких неудобств по поводу жизни за городом ни одна, я думаю, что молодая семья не будет испытывать. На территории жилого комплекса разместятся детские площадки. Также запланировано строительство пруда и организация собственного мини-пляжа. Отмечу, купившие квартиру в Новом Сергеево будут иметь городскую прописку. Стоимость квадратного метра от 33 до 35 тысяч рублей. По вопросам приобретения жилья в жилом комплексе «Новое Сергеево» обращайтесь в агентство недвижимости «Горизонт». Оно находится по адресу Ленина, 45. Цены на вторичное жилье за месяц практически не изменились. Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Кирове составила 50 676 рублей. С начала же года, по данным сайта Росреалт, цены на вторичном рынке поднялись на 4%. В Екатеринбурге повышение составило 2,26%. В ноябре квадратный метр там стоил 76 250 рублей. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.